Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю обзор краткий сортов перца. Как я уже говорила, чтобы наши новички не запутались в магазине вот от этого изобилия, от огромного, от пестрящих красочных упаковок, я решила помаленьку по одному, по два сорта в день описывать, чтобы люди, послушав мое описание и немного поняв, что это за сорт перца, придя в магазин, выбрали именно то, что им нужно, а не то, что просто красивое, а потом увидели, что не подойдет. До этого я уже рассказала про сорт Винни-Пух, карликовый, ранний. Небольшая урожайность, совсем маленькая, но зато восхищение и восторг от ранних плодов очень быстро спеет. Следующий полностью противоположность сорт Патриции. Потому что это он совсем не ранний, и совсем не мелкий, и не карликовый. Сейчас расскажу о нем подробно. Вот, написано среднеранний сорт. Ой, я буду вот так вот, чтобы вы смотрели картинку, а я буду читать. Среднеранний сорт, срок созревания около 110 дней, плоды трапециевидной формы массой 200-240 грамм, мясистые, толстостенные, сочные, очень ароматной мякотью. Окраска в технической спелости темно-зеленая, в биологической желтая, универсальное назначение. Конечно, производитель скупо рассказал об этом прекрасном сорте, но тот, кто у меня заказывал семена в прошлом году и выращивал его, тот, скорее всего, увидел, что он не 200-240 грамм, он может быть и больше, и 300, и даже больше. Про этот сорт есть видеообзор на моем канале YouTube, можете посмотреть. Я его выращиваю уже много лет, и, если честно, в восторге от него. У него такие огромные плоды перчины. Единственное, что он поспеет, конечно, попозже, чем вот эти все скороспелки, но зато он такой большой, красивый. Вот для заготовок, что очень ценно, у него большая масса. Он толстостенный, сочный. Но вот когда он только начинает, когда висит зеленый, он темно-зеленый, почти черный, даже страшные такие какие-то, страшного цвета, не очень красивые. Но потом они, когда пожелтеют, вот золотые плоды, висят такие здоровые золотые перчины, сочные, ароматные. У меня сын заходит в теплицу, не протирая, не моя, берет, как откусит, аж брызжет вокруг сок. Очень хороший. Урожайный сорт будет плодоносить до самой осени. У меня в прошлом году даже замерзшие остались, как весенние, не все я сняла, замерзшие остались перчины. Плодоносит очень долго, очень урожайный. Никогда не взвешиваю количество плодов, но плодов очень много. Единственный недостаток, что плод такой крупный, для фарширования он не очень подходит. Туда на фарше, наверное, полкило затолкнуть. Но для еды, для салатов идеальный, прекрасный вариант. Увидите, если в магазине, покупайте. Не купите в магазине, на будущий год обращайтесь ко мне. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова со своими видеообзорами сортов перца.